Сегодня мы поговорим с вами о камнерезном деле на Алтае. Приближаются две серьезные даты. Это 220 лет камнерезному заводу и в следующем году 180 лет, как изготовили уникальную вазу. Это, можно сказать, мировой бренд, ваза, которая внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая ваза в мире. Но перед тем, как коснуться этой темы, я бы хотел сказать о как развивалась эта тема в России. Мы, в общем-то, отстали от всех, можно сказать, регионов в мире, которые, особенно от стран Востока, которые начинали камнерезное искусство еще даже до нашей эры. У нас же даже 300 лет назад этой темы вообще не существовало. Было градостроительство, но это несколько другая тема. И после поездки в Европу Петра, эта тема, он вообще много начинаний в России осуществил. И это тоже было его начинание. Он после приезда в 1721 году в Петергофе поставил ветряную мельницу и стали пробовать обрабатывать мягкий камень. Это понравилось, но после того, как все конструкции были деревянные, после того, как конструкция сгорела, стали восстанавливать. И уже решили не ветряную мельницу, а водяную, как более мощную. После этого я скажу, что эта тема нравилась многим. И Елизавета Петровна, Екатерина II тоже даже любили камушек попилить. Следующий центром, а их было три в России, это была Екатеринбургская гранильная. Уже чувствуете, не шлифовальная, а гранильная. Почему? А потому что на Урале стали попадаться драгоценные камни, очень серьезные, интересные. И в 1756 заработала Екатеринбургская гранильная фабрика. А вот наша Колыванская, до нее пришлось ждать до 1786 года. А в чем же дело? Не знали про наши камни? Знали. Но, скажу так, на чашу весов, когда ставили обрабатывать камень, либо добывать серебро, то серебро перевешивало. И все это время до 1786 года на первом месте было горное дело. Вообще, если взглянуть на герб края, это, можно сказать, герб Колывани. И всю историю края можно рассматривать, ориентируясь на Колывань. Сначала была горная тема, и потом, как второе дыхание алтайского камня, это уже дело камнерезное. Надо такую вещь отметить, что до Колыванской, до Колыванского завода не могли реально столько времени ждать, потому как камень был, желание было, информация была. И поэтому началом камнерезного искусства на Алтае, можно сказать, была не Колывань, а Локтевский завод, на котором Филипп Васильевич Стрижков на лесопильне организовал обработку камня. И первые работы, которые ушли в Петергоф, вот, это были работы с черного порфира, который недалеко от Локтевского завода был. Они были вот с черного порфира изделий Локтевской шлифовальной мельницы.
Но уже к тому времени горно-рудно не давало того количества металла, которое требовалось. Вот. И было принято решение на базе Колыванского завода, где получали медь, серебро, организовать камнерезное дело, серьезное. Причем поставили руководить и проектировать Филиппа Васильевича Стрижкова, который занимался на Локтевском заводе. Было построено двухэтажное здание, и начали обрабатывать. Были особенности, вы можете спросить, а что же с теми двумя центрами камнерезного дела, которые были первые, Петерговская и Екатеринбургская? Я вам скажу так, что их нет. И даже толком места-то не знают уже, где они находились. А вы представляете, наши на задворках, можно сказать, есть и все еще работает в той теме. Это, скорее всего, можно объяснить несколькими причинами. Дело в том, что в 1861 году, когда было отменено крепостное право, те, кто работали на этих фабриках камнерезных, они ушли и стали организовывать, можно сказать, чуть ли не свое дело. В каждом дворе на Урале обработка шла. Тоже было и в Петергофе, а у нас нет. Почему у нас не получилось? Ну, во-первых, у нас крепостного права не было. Мы жили не по общегосударственным законам, а законам горных офицеров. И это наложило свой тоже отпечаток на развитие. Но в большей степени причиной было что? Это геологическая обстановка, которая складывалась в период формирования литосферной континентальной плиты нашей. У нас практически нет мягкого камня. У нас просто на задворках, имея руки, имея талант, даже инструмент, у нас не получится обрабатывать твердый камень. У нас все камни твердые, у нас все камни режут стекло. И вот скажу, когда была обнаружена большая глыба в Ленёвской каменоломне, информация ушла в Питер, и вот пока оттуда не пришел ответ, все радовались, как здорово. Они какой подарок сделали всей стране насчет, нашли 11-метровую глыбу яшмы. Когда такую информацию получили в Питере, конечно, там взыграли амбиции. Это что ж, мы можем забабахать такую вазу, которой нет нигде в мире. И, в общем-то, было принято такое решение. И размеры этой глыбы позволяли это сделать. Но самое интересное, что эта глыба лежала в каменоломне и весит 34 тонны, как танк. И не то, что транспортировать, ее в каменоломне пошевелить не могли. А команда поступила, и надо было ее выполнять. И вот 100 человек жили 6 лет там, в тайге, и долбили этот камень. После того, как она уже, глыба уменьшилась до 6-метровой величины, подумали, ну теперь уже вроде как и 19, вроде как уже не танк, а легкий танк, может быть, уже ее и тащить. И потащили. Причем, интересно, с рудников, чтобы ее тащить, было снято около 1000 человек. Представляете, с рудников в данном случае, получается, выиграло, ну, искусство не искусство, но с рудников, где добывают руду для металла, все-таки в данном случае выиграло изделие.
И 2 месяца зимой на волокушах – это 1000 человек. По команде «У», как бурлаки, тащили ее до завода. И ни одной лошади. Почему? Ну, потому что, во-первых, лошадь не понимает команды «ух». Она либо тянет, либо смотрит, как тянут другие. И поэтому пришлось 2 месяца ее тащить до завода. На заводе ее обрабатывали 12 лет. Причем она все равно получилась не цельная. Потом, когда ее Питер требовал, где наш шедевр, и вот в феврале ваза была в Барнауле, и только к августу ее, грубо говоря, дотащили до Питера. И получилось интересно, все знали ее размеры, проектировал Абрам Мельников, он знал ее размеры, но когда ее туда притащили, она еще 6 лет простояла, заколоченная в ящиках, на берегу Фонтанки возле Анечкиного моста. Почему? А думали, как ее туда, грубо говоря, впихнуть с такими размерами, а не то, что в окна и двери. Она не входила ни в одни ворота. Но, тем не менее, она внутри Эрмитажа. Сделали как? Был между 2 зданиями конный проезд, выложили мозаичный пол, поставили постамент. И 690 портовых работников эту вазу водрузили на постамент, а вокруг нее уже возводили стены и потолок. Ее замуровали. Вот такая история с вазой.